motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Олегейм. У нас Prime Rank, это Ark Survival. И мы начинаем приключения. Погнали. Крис, скорее пираньи под... Да подъедь! Теперь меня сожрал пираньи опять. Пойду и забежу сейчас. Ого. Жесть. Вот это я понимаю. Связь с космосом. Если бы ты только видела, что сейчас происходит у меня на экране. Что-то в какой-то момент твоей эволюционной цепочке было нарушено. Ты стала развиваться как могла. Мясо, да? Ой, что произошло? Ты тоже это видишь? Это какая-то дичь. Вызывай срочно экзорциста, Илюха. Чувак, самый главный косяк. Что-то с желудком было, смотри. Слушай, ну, не знаю, но мне кажется, это как-то связано с пушапом, потому что, судя по всему, вот эта херня из лифчика идет. Видать, грудь так приподняла, что теперь ее видят даже с космоса. Что-то девочки замолчали. Не, меня не слышат. Они же далеко, ты их просто не слышишь. Ну, ты, наверное, микрофон выключала. Но все это время ты молчала. Я молчала, я ж не все время говорю. Вы что, меня не слышите? Видимо, у тебя был микрофон выключен, потому что ты все время это молчала. Я же все время молчала. Ну, так поэтому мы тебя не слышим. Какую она мыслительную нам восьмерку. Ах, Катюха, обожаю тебя вообще. Как скажешь, как отрежешь. Мил, не ешь, пожалуйста, мебель, она дорого стоит. Так покорми ребенка. Вождь, я нашел животный. Даник, я боюсь, он нам даст пизды. 32 уровень, босс. Ты будешь вертеться на одном из его рогу. И все равно, чтобы писюн в улей сунуть. Не подходи к нему, поверь мне. Не стоит он этого. Мне больше интересно, как там Катя поживает. Самая приличная из нас. Я молчу. Да мы, вот именно, ты молчишь. Мы боимся. Ты иногда хоть подавай признаки жизни. Мы понимали, что ты еще там не откинулась. Знаешь, иногда читаешь сводку новостей. Геймер умер от 3 часов игры. От обезвоживания там, не знаю. С дебилами. Да, с дебилами. Мало ли. Мы тут ржем, а в этот момент... Илюха уснул, у тебя смелка, а ты уже такая в кресле пену пускаешь. Не, я пока тут, все нормально. О, жесть. Да вот. Стоп. Нет, слишком много. Чуть-чуть назад. Еще чуть-чуть. Все, стоп. Идеально. Вот. Нет. Слушай, они тогда же больше нет. Мы достигли определенного уровня развития. А у меня есть вот он. Кто ты? Свечку за хедшот. Кто ты? Мне кажется, он уже готов. Путешествие. У безумного Макса был безумный гитарист, а у нас безумный барабанщик. Даник. Ты где? Я квалифицированный псих. Что тебе от меня надо? Я хочу, чтобы твоя жопа села за барабаны и сыграла нам прекрасную песню, пока мы будем путешествовать. Погнали! Приключения! Ты только это, похоронный марш не играй. Кать! Ой, за нами крокодил, он сейчас нас съест. Вы так отстреливаетесь, пожалуйста, Даник, кто-нибудь, что-нибудь. Ой, я плыву. Ой, я плыву. Даник, убивай крокодила. Что делать? Сейчас, меня жрут, меня прям в тиски. А меня другой крокодил ест. Спасайтесь, кто может, пожалуйста. Что там произошло? Приключения. Катя такая стоит. Ой, смотрите, крокодил. Ой, он на нас напал. Он сейчас нас сожрет. И все стоят, продолжают такие. Ой, крокодил. Ой, смотри, он съел мои ножки. Крокодила, который за тобой бежит. Я вот впервые. Ну, подожди, ты еще не видела Барионикса. В общем... Возьмите мне мясо. Как вы поняли, начало приключений уже удалось. Ой, опять мель. Тут остров и камни. Мы на мели и не застряли. Назад. Мне нравится Катя, как Алиса. Тут остров, бревно и камни. Мы на мели, и мы застряли. Я требую света. В общем,
стало очень темно, и мы ни хрена не видели и не ориентировались на местности. Пару раз ударившись о мель, мы решили переждать эту темную-темную ночь. Темная ночь. Светит луна или падает Тирекс? Так, мы удачно прошли самый опасный участок на нашем пути. Баря, ребята, выходим вот тут справа на гору. Баря, берем все арбалеты. Сначала убиваем вот тех крокодилов вдалеке. Есть пробитие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этого убиваем, который вот другой, который вот синий, вот большой. Его убиваем. О, ребята. Убивайте быстрее, максимально в него все. Концентрируем выстрел. Есть. Теперь Барри снизу. Барри. Вон он прыгает уже. Справа прыгает, уже прыгает. Флокса, ты сейчас улетишь. Короче, мне пора заканчивать, потому что время позднее. Красавчик. Люди хотят спать. Жалко. Ой, я обосрался. Что нас ждет дальше, мы узнаем в следующей серии. С вами был канал Легеймл, Спайбрак. Увидимся, ребята. Пока.